Доброе утро. А у вас бывает так, что вам предлагают работу, отношения, поехать куда-то отдохнуть, и человек еще не договорил, а у вас уже внутри созрел ответ? Нет. И хочется, так сказать, свободу попугаям! Вот у меня недавно произошла такая ситуация, разговор. Я люблю экспериментировать, и меня сейчас очень интересует тема образования. Воспитание деток, детей разных возрастов, вообще в принципе эта тема, как школа, что она дает, что она не дает, как она формирует не то, что надо, возможно, если эта школа не продвинутая какая-то, где дети не чувствуют себя свободными. Ну и написала я в одну из таких частных школ, отослала свое резюме, говорю, я вообще из другой сферы, возьмите меня, ну посмотрите. Как сказать, посмотрите сквозь строки, между строк. Я могу много ценного дать детям. И вот мне перезвонила девушка, HR, начинает рассказывать о своей школе, о том, на какие позиции там можно провести собеседование. А я понимаю, что нет, это не то. И у меня внутри такое, свободу попугаям. И обычно, если вы понаблюдайте за собой, то этот ответ, он рождается в районе сердца всегда, как такое тихое, такое волшебное звучание, как у феи Динь-Динь. И он всегда есть. И, короче говоря, мудрая мысль этого утра состоит в том, что если вы услышали этот звоночек, единственная ответственность – прислушаться и сказать так, как есть. Потому что иначе в жизни получается три варианта. Либо ты говоришь так, как есть, например, ну да или нет. Либо ты говоришь так, как есть, с опозданием через несколько дней. Либо ты говоришь противоположное что-то и соглашаешься, допустим, на то, что не твое. Либо просто упускаешь какую-то классную возможность. Ну и вот, знаете, не хочется больше этих возможностей упускать. И каждый раз такая проба пера, если, допустим, у вас сейчас какой-то переходный период. Ну пробуйте. Но я же ведь не узнала бы, я бы и так себе тешила иллюзией, что, возможно, в этой школе я могу какую-то ценность принести. А послушала, понимаю, что не мое место. Поэтому, когда вы, как сказать, когда вы пробуете что-то новое, любой ответ – это ценное, любой ответ даже нет – это очень-очень ценное что-то для вас, потому что вы себя в этом узнаете лучше. А если уж узнали, и это точно нет, просто так встаньте ровно на земле. Как сказать, поднимите. Вот есть такой, есть так человек стоит, знаете, задрав нос, а есть он просто стоит на земле с высоко поднятой головой, просто с поднятой головой, так красиво, уверенно. Встаньте так и скажите, свободу попугаю! Люблю вас!